2002 году мы уже все там как бы не могли жить. Там уже и разруха полная пошла по воде, по канализации. Все, потом стали мы на очередь в 2013 году. И вот только в 2013 году признали аварийные, что там жить нельзя. Как сами жильцы, они делали ремонты у себя, а вот этих вот капитальных ремонтов там не было вообще. Не было вообще, да. Там кирпичи, это все валилось. И там каждый уже съезжал оттуда, кто снимал квартиру, кто по своим родственникам уезжал, переселялся к ним. И все, вот так вот, стали уже давать, я не знаю, в каком году им, и то давали ветхие жилье. Уже которые тоже квартиры, они шли на подснос. Но в этих же домах давали квартиры. Вот я сколько знаю жителей там, которым давали, они обманутым путем просто их просили, чтобы они прописались вот в этом жилье. Временно. Ну а где временно, там и постоянно. Все, их просто кинули. В 2013 году я знаю, что уже нас, мы встали на очередь, потому что там никто уже не жил. И нас буквально сняли с очереди, подали на суд, и нас даже выписали. А по какой причине вас выписали в судебном порядке? Что мы не появлялись, мы больше не проживали вот в этом общежитии, а как там жить, там уже все заколоченное было. Ну, они даже предлагают дом инвалидов, вот как я инвалид тоже, да? Идите, дом инвалидов есть в Южно-Сахалинске, и будет койко-место, и нет никаких проблем. Это кто вам такое сказал? Мэрия Вахрушевская. Мы бабушки.